Всех приветствую. Не правда ли, для такой маленькой крепости получилось многовато частей, и это еще не последняя, еще одна часть будет. В общем-то, я не причисляю себя к исследователям, кому интересно более это углубленно поизучать. Я по мере возможности оставляю ссылки под своими видео на свободных исследователей. Я просто в свободное время, когда у меня есть такая возможность, еду и ищу что-нибудь интересное, непонятное, и вижу прекрасно, что все подземелья закрыты, прячется все, что под землей, то недоступно. В общем-то, мне давно понятно, что мы живем довольно сильно в живом мире, и надеюсь, когда-нибудь это все-таки четко выяснится. Всем приятного просмотра. Продолжаем свое движение. Вот здесь вижу все новодельное, кроме камней. Вот туннель довольно низкий, под мостиком все с бетона залито. В общем, тут ничего интересного нет. Пошел дальше. О, что тут накрыто? Какой-то прицеп стоит под мостом. Не знаю, бетонный, не бетонный. В общем, заштукатуренный однозначно. Но тут уже тропиночку протоптали любопытные явно. И я тоже из их числа, получается. Заглянуть мне тоже туда хочется. Что там такое? А там целое помещение. Двери в никуда. То есть под мост нет. Они, значит, под мост выйдут. В общем, там закрытая комната. Так, я вообще что снимаю? Видно хоть, не видно? Вот сейчас видно вроде. Там вот арочное что-то, но, к сожалению, закрыто. Ладно. Сейчас мы глянем с другой стороны. Что там? Двери. Где двери? Вот они, двери. Ну, как всегда, закрытые. Как всегда, все везде закрыто. Какой здесь потолок в оригинальности, непонятно. То, что арочное, я вот видел там из бетона, поэтому... Ну, в общем, я предполагаю, что здесь очень много чего спрятано от наших глаз. Вот эта арка, вон еще одна арка, возможно, и там еще что-то есть. Бетоном все залито уже. Да что ты? Ага. Тоже бетон сверху. Так, я куда снимаю? Вот, сверху бетон, там кирпич, а вот там кирпич боком, и вон отверстие, там что-то еще заложено. Явно что-то заложено, сейчас я попробую приблизить. Там еще комната заложенная, где? Вот она. Так, а я куда снимаю? Вот. Вот видно там, что там еще пустота. Кто-то продолбил, видать, и там что-то замуровали. Ой, не то хотел сделать. Хотел удалить. Свет выключил. Так, где? В общем, большая комната. И что-то тут. Вот, то есть, получается, вот здесь что-то еще замуровано. Ну, полагаю, тут еще много чего замуровано. И много чего под землей находится под этими холмами. Куда нет ухода. Возможно, и вот здесь много что замуровано. Это я с той стороны ходил, теперь с этой стороны вышел. Ну, как-то вот так. Продвигаемся потихоньку дальше и пойдем уже, в конце концов, к самой крепости. Сколько можно тут ходить? Кругов нарезали уже немерено. Пошел дальше.
Так, вот, в этой башне мы были вверху, да? Блин, а мы тут и ходили, а этого спуска даже не увидели. Обалдеть. Надо же такому быть. Так просто не увидеть спуска. В принципе, какая разница, откуда мы пришли. Так, ну все, в бетоне, кроме вот этой вот ваза, не знаю, что это ваза, типа. Вот эти камни, что... Вот здесь, наверное, вот эти вот штучки. Верхушки от колонн. Хотя нет, нет, похожи они на новодельные. Вот это, скорее всего, здесь мы ничего не увидим такого. Ну вот эти вот, может быть, и старые какие-нибудь. Просто сплошной кругом бетон. Хотя довольно все неплохо сделано, конечно. Но вот так реставрации проходят в сплошном бетоне. Мозаички какие-то остались покоцанные, когда их лепили. Ну, типа, да. Кто его знает? Может, тут дверь какую-нибудь замуровали. Не знаем. Ну, мало ли, что тут написано. Ну, ладно. Гадать не будем. Неизвестно, что там. Ну вот сейчас мы должны, по идее, выйти к самому интересному. Вот в этот туннель сейчас пойдем. В общем, как бы к крепости. Посмотрим, что тут можно увидеть, чего нельзя увидеть. Так, пошел я вниз. Что тут у нас интересного? Кто? Сиди. На каком языке вообще? На английском, что ли? Вижу кругом кирпичи, сплошные кирпичи. Что это такое, а? Здесь что-то стояло, здесь уже не стоит. Бетон с кирпичами. Ну вот колонны, похоже. Не знаю, в отдельной нет. Вот этот красный камень опять, где мы были в том замке. Интересный камешек. Все остальное как бы не впечатляет. Так, и куда мы выйдем? Ага, что-то замуровано. Камень торчит. Или замуровано. Такое чувство, что замуровано. Ух ты. Куда я вышел? Пройдемся еще и здесь кругом, и туда, и сюда, и вокруг.
Так, мне дружок уже кричит, там вход в катакомбы. И что, ты хочешь сказать, что он открытый? Что-то я сомневаюсь. По-моему, в Германии вообще теперь у меня такое чувство складывается, что здесь не будет никаких открытых входов никуда. Все здесь довольно тщательно и четко закрыто. Ну вот здесь что-то, попытка под эту, как ее, полигональную кладку, да? Но это явная попытка просто. Это просто попытка. Она даже близко не стояла. Ну вот здесь хоть... Да нет, тоже нет. Тоже нет. Хотел сказать уже, похоже на оригинальное, но не похоже. Хотя, может быть, частично что-то. Что-то может быть частично. Вон там купол даже бетоном залитый. А эта колонна что, деревянная? Точно деревянная. Сейчас мы туда тоже спустимся. Вот здесь внизу, не знаю, может быть, или вроде как арка проглядывается, возможно или нет. Хорошо, пошел дальше, сейчас фотографии еще налеплю, пойду дальше.